Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы вырастить хороший урожай, придется, как говорится, немного повозиться. В последнее время развелось огромное множество заболеваний, которые нападают на разных стадиях роста саженцев. И вот, чтобы повысить иммунитет растений, важно замачивать семена в специальных растворах. Сегодня речь пойдет об использовании хелата меди для замачивания семян. Медь повышает устойчивость растений к грибковым и бактериальным заболеваниям. Также способствует лучшему развитию растений в целом. Я купила хелат меди в садовом магазине. В дальнейшем я также расскажу, как использовать для опрыскивания и подкормок рассады. Итак, для приготовления раствора разведите в стакане еле теплой воды немного препарата. Обычно я беру на кончике чайной ложечки. Затем размешайте. Далее промокните ватный диск и положите туда семена на 2 часа. Или же положите семена прямо в стакан с препаратом и оставьте на 1 час. После этого можно осуществлять посадку семян. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!